заповеди богов. На заповеди бога Сварога мы на прошлом занятии закончили. 18-й заповедь разбирать, не навязывать святую веру насильно людям. И помните, что выбор веры – личное дело каждого вольного человека. Разобрали. 19-е. Почитайте Пасхет и помните о 15-летнем переходе из Дарии в Росинии. Яко 16-е лето предки наши славили род небесный за спасение от потопа великого. То есть, что? Как 16-е лето предки наши славили род небесный за спасение от потопа великого. То есть Пасхет. Пасхет, то есть рунами пишется. Пасхет, то есть путь ахами сидяши. То есть сразу же себе поместьте, что не маленькими. Это как струнники, она пишется как аббревиатура. Пасхет. То есть там путь асану сидяша сотворяет, то есть сотворенный путь, который предки наши сделали. А путь этот был, 15 лет переселялись с северного материка сюда, в Беловодье, в Россию. И 16 лето они славили род небесный за спасение от потопа великого. То есть еще те времена, когда, дай Бог, уничтожил и то Кощея, то есть Лелю, малую луну, вызвав чем потоп. И вот как раз пас жрец Волк предупредил, роды переселились и заметили. 15 лет, так же, как в Кругалете шло переселение, а 16-е лето священное, когда предки славились род небесный за спасение от потопа великого. Это что получится? То есть здесь все понятно. Скоро же Пасхет. Как раз. 20-е. Живите в союзе с природой и не губите ее, ибо она опора жизни вашей и всего рода живого. Живите в союзе с природой, не губите ее, ибо она опора жизни вашей и всего рода живого. Гармония с природой. Вот что заповедь гласит. Неотъемлемая часть человека и природы. Человек себе должен воспринимать не, как сейчас говорят, царь природы. Берите от природы все, или как некоторые сказали, не нужно ждать милости от природы, взять вот эту задачу. Ничего подобного. Они тебе устроят сладкую жизнь, а все остальные поколения что, вымирать? Потому что они природу забудут. Так не выйдет. Дальше, 21-е заповедь. Не приносите на алтарь жертвы кровавые, не гневите богов ваших, ибо мерзко для них принимать кровь невинную от создания Божия. То есть любое создание, создание Божие. И кровь, особенно вот жертвы кровавые, проливать мерзко. Я имею в виду для наших богов. А? Да, кровные жертвы запрещены. Князь Владимир пытался ввести кровавые жертвоприношения, и народ его проклял. Зато РПЦ его превознесла. Дальше. 22-я заповедь.
Защищайте рукой крепкую ваше капище и святилище, помогайте всеми силами, всем странникам и копенам, что хранят ту тайну древнюю, Слово Божие, Слово Мудрое. То есть здесь обращение к мужчинам. Мудрость сохранена. Александр. Да. Так, китайские головоломки в сторону. И рукописи майя тоже. Тебе предстоит хранить Слово Божие мудрое, а ты письмена майя сидишь и разбираешь. Ну, так... Ты свое сначала, родное, познай, а потом уже будешь копаться в истории индейцев. Дальше. Че? Защищайте рукою крепкую ваше капище и святилище. То есть здесь почему? Потому что это источники жизненной силы. Все капища, святилища находятся на месте силы. Помогайте всеми силами, всем странникам и копенам, то есть носителям мудрости, что хранят ту тайну древнюю, Слово Божие, Слово Мудрое. То есть древние веды. Почему? Странник, он может и воплотиться на земле, может прилететь. Он странствует и проповедует Божью мудрость, Божье слово. То есть понятно, да? А копен – это жрец капища. То есть священнослужитель, как священный, ен, то есть он, как бы, он священник. Поэтому и копен. То сейчас будет 23-я заповедь, любимая заповедь вегетарианцев. То есть, как они ее трактуют. Не питайтесь пищей из крови, ибо будете, яко звери дикие, и болезни многие поселятся в вас. Вы питайтесь пищей чистой, что растет на полях ваших, в лесах и в садах ваших. И обрящите вы тогда силы многие, силы светлые, и не настигнут вас хвори болезни и мучения со страданиями. То есть здесь говорится о чем? Что нельзя кушать пищу с кровью и саму кровь. Потому что кровь, как и поток жизни, она несет всю информацию. Поэтому, и заметьте, если человек употребляет пищу с кровью, знает он что? Он вот это ДНК и прочее как бы перенимает в себе. Поэтому и переливание крови тоже не делали. Кровопускание делали. А это нет дальше. Вы питаетесь пищей чистой, что растет на полях ваших, то есть то, что сами выросли. В лесах и в садах ваших, то есть что в лесу, в садах, но здесь же сказано, растет на полях ваших, в лесах. А в лесах что? Зайчики. Зайчики, кролики, маленькие дикие кабанчики. Какие божьи, да? Смотрите, сказано, что пища должна быть бескровная. Значит, если вы едите мясо, мясо должно быть бескровное. То есть промыли, выварили. Поэтому в русском языке есть поговорка. Мясо не доваривай, а рыбу пережаривай, чтобы полностью
ну, избавить от крови. Либо варят в трех водах, жарят на живом огне, чтобы кровь выгорела. То есть понятно, то, что природа дает, тем мы питаем. Вот когда человек питается чисто природным, и заметьте, здесь же сказано, вы питаетесь пищей, что растет на полях ваших, в лесах и садах ваших. Это о чем говорит? Это в первую очередь говорит о том, что вы должны питаться только той пищей, которая находится в месте вашего географического проживания. То есть живете в Тюмени, значит питаетесь пищей, которая есть в Тюменском регионе. Живете в Магадане, питаетесь пищей, которая находится, произрастает и существует в Магаданском регионе. В Полесье, значит, той пищи, которая в Полесье. На Кавказе, значит, кавказская пища. В Беловодье, значит, только той, которая здесь. Ясно, да? То есть, ну, где леса, поля, сады ваши? То есть, рядом с вашим домом вы же не будете жить здесь, а ваш огород находится на другом конце страны. Правильно? Пол жизни туда, пешком выйти, пол жизни обратно. Следующая заповедь, которую очень не любят соблюдать женщины. Не стригите свои волосы русые, волосы разные за сединами, ибо мудрость Божью не постигнете и здоровье потеряете. Когда мы разбирали слово мудрость и волхва или мудрость, там у него есть такая мудрость. Чем длиннее власть человека, тем больше получает человек божественной силы. Ибо власть проводит, есть проводник божественной силы, который питает душу, разум и телеса. То есть каждый волос, с точки зрения физики, это как приемная антенна, которая получает космическую энергию. Поэтому женщина, получая энергию от космоса, волосы ее называли как власы? Космы. То есть энергия космоса шла. Я на что? Женщина имела косу. Она шла вдоль позвоночника, девушка. И, получая энергию космоса, наполняла силой Божьей стирающим то. И также по позвоночнику передавала на все органы. Я. У мужчин тоже самое. Да почему правильно женщин обкармливали? Обрезали, чтобы она в размышлениях отращивала новый волос. И она плакала. Ну, там уже особый обряд. Его маленько перефразировали. Чем больше слез, тем больше облегчения. В слезах различается лечение. Утрированно. Ну, а то, что там многословие энергетика. А чтобы не застаивалась энергетика. Так, ну, Господа, нет. Гребень для чего существовал? Чтобы не застаивалась. А вот она тебя расчесала. А в основном-то кто фосфор отчет? Мужчина. Он как раз и стабилизировал это все. Я же уже рассказывал, что вообще стрижку впервые провел это был римский император Нерон. Он приказал консулу иностранные легионы постричь волосы. Когда он сказал императору, зачем тебе это нужно, он сказал, я не желаю, чтобы они мыслили, для меня важно, чтобы они выполняли мои приказы. Но сейчас все стараются пользоваться выражением «Лейбе Давидовича Брадшпейна», то есть его отрочество. Волос длинный, ум короткий. Хотя он сам на самом деле волос. Я не знаю, кто-то остался, нет.
заметьте, можете подойти, там где-то учебник, еще 70-х или 60-х годов, 5 класс. Там славянские и фракийские воины. У них хвосты заходили из-под шелома. Повернулся, в косы сплетались, проволочки, типа лезвий. Косой раз, пока с этим сражаешься, а коса там кого-нибудь глаза выхлестнула. А пускай не будет. Так и натренировались. Не, вы не подходите с вашим мышлением. Дальше, опять 25-е. И этот Бог говорит то же самое. Воспитай, отец, сынов щерями. Воспитай, отец, сынов щерями. Приучи к жизни праведной. Воспитайте в них трудолюбие, уважение к младости и почтение к старости. Освети их жизнь святой верой и мудростью первопредка. То есть опять говорится, что сынов и дочерей должен воспитывать только папа. И он же приучается к жизни, праведной жизни. Он воспитывает в них трудолюбие, уважение к младости, почтение к старости. Он их наделяет верой и мудростью предков. Потому что у нас мощь генофонда, мощь рода передается через папу. Поэтому у нас отец видно занимается всем этим. Здесь все понятно? Я уже приводил чисто на биологическом, на генном уровне. Хромосомные наборы. Мужчина XY, женщина 2Y. То есть мужчина знает, как Y, мальчик у вас, кстати, знает, как девушка. А женщина может воспитать только дочь, и то неполное воспитание. То есть худшее подобие себе. В каком смысле? Ну как, имея какой-то негативный жизненный опыт, она постарается свою дочь от этого негативного опыта избавить. А то есть она ей не передаст весь опыт, тем самым обделила. Но и опять же она будет давать ей свой опыт, как она воспринимает. А отец, когда воспитывает дочерей, он ей рассказывает совершенно о другом. Он ей говорит, какая она должна быть, чтобы потом перед другими людьми не краснеть, когда он ее выдает замуж, чтобы она продолжала другой род, чтобы не краснеть перед людьми, скажет, ну ты же сам уже мужчина, знаешь требования к жене, а что ж ты тогда воспитал? То есть капризно ли там, еще что-то начинает. То есть отец приучает, должна любить того, кого Бог послал. А Бог для нее есть папа. За кого замуж выдал, он всем же. Нам лучше знать. Так Оля опять по-своему продумала и решила. Сейчас мы дойдем, то пометьте следующее. 26-я заповедь. Не хвалите свои силы перед слабыми, чтобы вас хваляли и боялись вас. Обретайте славу и силу в битвах с ворогом. То есть здесь говорит о чем? Не хвалите силы перед слабыми. То есть, если кто будет хвалиться, на всякого силача найдется еще более сильный силач. То есть, и здесь вот, хвалят, чтобы вас хваляли и боялись. Творог говорит же не об этом. Обретайте славу и силы в битвах с ворогом. Вот тогда все признают, что славные силы, когда с ворогом. А когда своих задирают, это уже не гоже. Дальше. 27. Не глагольте ложно о супротив ближнего вашего, сберегите от плыву уста вашего. То есть здесь говорится о чем?
Всевышнего относительно оправдано. Не оговаривается на кого, что посеет, то пожнете. 28. Творите деяния добрые, да во славу рода небесного, великих предков ваших и святой земли вашей. То есть труд, вот, во славу рода, предков, во славу богов, во славу земли. То есть трудимся не для себя, а для своих их предков, для своих потомков. Дальше. 29. Кое деяния сотворяши вам люди, такие же и вы сотворяши им, ибо каждое деяние свои меры имеются. То есть, какое дело вам сделали люди, такое вы делаете. Вам сделали добро, вы сделали добро. Вам кто-то сделал зло, вы его наказали, что больше не делали. Зло должно быть, что? Зло должно быть остановлено, то есть должно понести наказание. Говоря языком математики, минус на минус дает. То есть не так, что ударили в одну щеку, посмотрите. Ударили по щеке, ударили дальше. А? Это не месть, это воздаяние. Месть недопустима. Месть не должна жить в сердце. Наказать? Да, но не мести. Помни фильм «Русский изначально», там же правильно подмечено. Тогда ратибор. Славяне никогда никому не мстили. Но если бы Делевский, Франтийский, Ромейский считает, что вопрос закона мира от него зависит, ну пойдем к нему, спросим. Собрал рать и пошел на Византию. И те сразу же, иди заключим, дань вам на границе, за ним только к нам не дадим. Они же боялись, хотя и шла небольшая армия всего, 13 сотен, то есть 1300 человек. А они-то и 300 против 50 тысяч выступали. И победили бы. А еще бы 1000 и взяла. Если бы 5 человек, то перегородили они прорыв. От кого перегораживали? От славян. Ну перегородили, ну не пускайте по воде, он взял колеса к кораблям, прицепил и по берегу доехал, взял воду. Ну и что они бухты умные? Это он арабы, негры. Ну бухта золотой рог такие перегорожена, все, не проснулся. А наши везде пойдут. Нашим только дай запрет, и наши люди найдут, как могут. Ясно, да? 30. Даруйте десятую часть от достатка вашего Богу единому, а сотую часть вождю и дружине его, дабы охраняли они землю вашу. То есть здесь говорится, не как многие пытаются трактовать, вот в Библии же тоже говорится о детях. Там сказано отдать. Есть у тебя нет, десятину заплати. А здесь стоит что? Даруй. А что значит даровать? От достатка. Вот у тебя есть? Есть. Ну, прибыль или вообще доход какой-то. Вот тогда на храм, на церковь. На нет и сюда. А вот 1%, который вот здесь сказывается, ну, блин. Одна часть, то есть не 1%, одна часть, а вернее сотая часть, вождю и дружине. И процент? А? Процент получается? Какой процент? Ну, на сторону, на Володя, тут сказано часть. Ты чему учишься?
А раз часть, значит 144 части. Значит, десятая часть от этого. Это будет 1,44, да? Или как мы говорим, 1,5%. Всего лишь. 0,15. А сотая часть. 20. Ой, нет, вот так. Вот так. Да? А не, у него там калькулятор. А как вы считаете сюда? Ну что, 13. 1/100. А 144. 144. А вот. Нет, сейчас посчитаем. Как я не люблю эту десятичную систему. Что? 1/100, а их 144. А так в старом тексте написано. Этот перевод, который наводит на современное исчисление, а текст старый. А там вот сказано, 10-я часть и 100-я часть. Да. Ну я 1,5 грубо округлил до 2. Ну у нас-то получается, это все равно. Ну 10-й, 4 это 14. 14-4. И 100-я часть 1-4. 15-4. Там текст сказано. 10 частей от достатка. 10 частей от достатка. Это до другой разговор. И 100-я часть.
от достатка идет дружине. 10 частей от круга, это и у нас и получается 10. А сотая? А сотая, ну я грубо округлил до 2. 11,4. Это получается 11,4. Ну 11,4, ну я грубо для вас. Я 12 поставил, чтобы не мелочиться. Пускай дружине больше. Когда здесь надо было перевести дороги, 10 частей от достатка. Процент возражения, там и процентов 6. Ну, может быть, и так. Если чем больше, тем лучше. 31. Не отвергайте незнаемое и необъяснимое, но постарайтесь незнаемое познать, а необъяснимое объяснить, ибо боги помогают стремящимся к познанию мудрости. То есть к познанию веры. Эй, даже пробуется. Есть незнаемое и необъяснимое. А что скажете? Старайтесь незнаемое познать, а необъяснимое объяснить. Почему происходят открытия? В любой сфере. Научной, там, художественной, другой. Потому что все знают, этого не может быть, потому что не может быть никогда. А кто-то сидит и не знает этого выражения, что этого не может быть. И у него все получается. Он незнаемое познал, а необъяснимое объяснил. Ясно? То есть никогда не ставьте себе преграды перед познанием или объяснением. То есть не надо себя загонять в какие-то рамки. Дальше, 32. Не отнимайте жизнь у ближнего вашего, ибо не вы ее дали, а боги. Но не щадите жизни ворогов, что нападают на вас и земли ваши, ибо они против воли богов пошли. О чем говорит данная заповедь? Не отнимайте жизнь у ближнего вашего. То есть между собой белые должны жить в мире и согласии. А воевать должны с кем? Mm-hmm. С тем, кто... Причем тут серый, вы чё, Николай Николаевич, он говорит? Он уже не говорит, зато Влад. Воевать с теми, кто нападает на вас и земли ваши. А у Рамхата еще со злым помыслом и с оружием. То есть одни с оружием, другие со злыми помыслами. То есть понятно? Да. А информационное это и есть злой умысел, злой помощь. Далее. 33. Не принимайте подношения и воздаяния за деяния, что сотворены вами при помощи дара богов и за деяния добры ваши. Ибо пропадет дар богов вам данный, и не может никто, что благое зависит. Если человеку дан дар от Бога помогать людям, он и должен помогать. А если при этом ему боги дали дар, а он что? Ему одни пришли, помогли, помог другой. Поделить ему год-два, он помогал, помогла. Многие города и вещи начинают об этом знать об этом. К нему едут, приезжают за помощью, то есть медики не помогают, а у него висит. Избавление от порчи. $300. Камешки есть порчи. $100. Я человек, глаза там. $50. Понятно, да? Избавлю от проблем $1000. То есть, ты выставил, все, что будет делать, да, они его заберут. Ему же дали-то для чего? Чтобы людям помогали, а не для того, чтобы он на горе людском зарабатывал. И далее сказано, что если кто делает доброе дело, ну сделал ты и сделал. То есть, кто это осознал, он сам придет и скажет тебе доброе слово. А тот, кто бегает, вот там, бегает и кричит. А вот я доброе дело даю, доброе дело даю, доброе дело сделал.
Тогда она добрая. Нет, начинает учиться. А если человек сам будет себе здоровье, отказывается? Здесь же что сказано? Не принимайте подношения и воздаяния за деяния, что сотворены вам при помощи дара богов. Когда ты вкладываешь свою душу, свою энергию, и тебе дали там отрез материи или принесли там картошку, мешок, и кто-нибудь еще. Потому что человек это здесь другое. Ты бы могла, ты бы вложила душу. А человек копал и садил картошку. Он тоже в ее душу. Он как бы душевно одни. Ты помогла ему, он тебе принес картошки, чтобы ты восстановила, или принес отрез материи, чтобы ты себе сарафан сшила, или там рубаху, чтобы тебе в ней было тепло. То есть, понятно. Если она долгую душу вложила. Бизнесмен. Она, допустим, человек лечит. Простите, ему дар дан Божий. Он что, лечит человека, а ему за это рассчитывается. Это как понять? Я не поняла, что объясняю. При помощи дара богов никто не лечит. От чего советские люди лечат, от того советские люди их умирают. Это вы знаете. Боги никогда не дают дар убирать след. Они если дают, то убирают причину, а это восстановление здоровья, а не лечение. Хорошо, лечить, то есть избавить от боли, но при этом оставить болезнь, это, как говорят, чисто сатанинское занятие. Чтобы потом с ней пришлете. Ну пусть я не так сказала, пусть вы... А слово мы уже разбирали. Понятно, ну давайте объясните мне второе, значит, значение. Я не понимала, как вы... Я не понимала. Объясняю. То есть каждый человек занимается тем, что ему предписано на работе. А подспудно к нему приходит за помощью. Он помог. Если человек его отблагодарил от всей души, то есть сам от него ничего не вымогал, это одно. А если он, видишь, подношение и воздаяние, то есть есть обряд подношений, допустим, гость в дом, ему кубок с квасом как подношение. Это обязанность хозяина, либо жены хозяина, либо его дочери. Гостю квасу в дороге испить. Это подношение. Воздаяние, то есть воздай, тебе сделали, заплати. То есть это обязанность. Это не порыв твоей души отблагодарить. А ты обязан, то есть как бы арендная плата или плата за услуги. А если тебе дар богов, как ты имеешь право брать себе какую-то оплату, если ты без этого дара кто? Ноль без палочки. То есть деньги брать лекарь не имеет права, правильно? Нет, ну как я нет, человек дает 10 рублей, я беру эти 10 рублей. Но при этом говоришь, деньги взяла по складу. Если он мне дает 1000, я тоже возьму. У меня нигде не написано, что я тебя вылечу, и ты мне 1000 обязан дать. Это его личное. Нет, это не уверт. Я тебе говорю о другом сейчас. Да я тоже. Серега. Разница большая. Привожу еще раз внимательно дослушать, что я говорю. Если человеку дан дар, он не имеет права брать деньги или какую-то плату за пользование данным даром. Но если ты пошел на курсы экстрасенсов, парапсихологов, лекарей, массажистов, уплатил деньги, тебя обучили и ты лечишь, вот тогда у тебя висит прескурант. Ты заплатил деньги, что тебя научили тебя для чего? Чтобы ты на этом зарабатывал. А это уже совершенно другое. А как насчет того, что у человека уже заранее заложено все это носить, ему помогают только все это, говорится, вспомнить там. И раскрыть. Ты что тут хапать? Нет. Не надо все так вот превращать. Чего хапать? Ты же там раскрылся твой дар, который у тебя был, там, скажем так, отдыхал. Нет, одна фраза. Здесь же сказано,
При помощи дара богов. То, что о тебе наделили, это одно. А то, что когда человек занимался одним делом, и у него боги дали дар, допустим, у него мама в тяжелом состоянии, он раз маму поднял, тетка больная, тетку поднял. Мама, тетка что делают? Они что? Они своим подружкам скажут. Все своим. Сарафанное радио. Слушай, насколько я понимаю, вопрос стоит не в том, что брать деньги, там это. Вопрос стоит в том, от души человек дает, а ты требуешь от него. Нет, не требуешь. Нет, не об этом идет, Петрович, речь. Абсолютно не об этом. То есть многие путают дар Божий, который Бог дает, боги дают человеку в процессе жизни, чтобы другим помочь. Это одно. Врожденный дар, о чем говорит Сергей, врожденный в человеке, это совершенно другое. И третье, человек на курсах, на медицинских, на каких-то научился. Это совершенно третье. И каждому свой подход, то есть под одну гребенку нельзя грести. Здесь сказано, сотворены при помощи дара богов. То есть, когда взрослый человек, ну, допустим, шел по улице, молния попала, все, он начинает целить. Все что говорят? О, Бог дал ему дар. До этого, если бы ничего не произошло, и не было бы у него этого дара. Просто был сантехникой вам, да? Да. Понимаешь, что, допустим, учитель, этот человек пошел куда-нибудь учиться в медицинский там, училище, не знаю, как его называется, университет, как называется. То есть, вот это то, что он научился. А мы-то говорим, так понимаю, о народном целении, то есть там заговоры, там, наговоры или энергетика. Ну, почему? Нет. Что значит народное целение? А там не народ, что ли, преподает? Там иные сущности, что ли, в университетах, в медицинских училищах. Но сейчас непонятно. Мы традиционно называем свою, они традиционно называют свою. То есть мы для них не традиционные, они для нас не традиционные. Ну, если за словами, у каждого, а зачем цепляться? У каждого народа своя традиция. Никогда Моисей Лазаревич не был представителем русской медицинской традиции. Гурджиев рассматривал эту проблему. И этот Ахмед, как он у него? Бекабаев тоже. Один библейскую традицию, другой казахскую, третий татарскую традицию. Мы же все различны. То есть и каждый помогает кому в первую очередь? Своим. Представителям своего народа. Вопрос? Да, вопрос по 25-му курсу. Воспитай отец сынов щелями. То есть все это понятно, что вот святой, но в современных условиях практически это нереально. Почему? Потому что информационно это воздействие с телевидением, да, улицы и так далее. И законодательство в другом стороне. А потом нарушен порядок родовых отношений. Вот, допустим, мы сейчас закон не представляем, как можно построить экономику родовую, основную родовую принципу. Все это приводит к тому, а для этого ее надо с этой информационной творить, а через с этой информационной системой. То есть, допустим, в раю, в урманах, скит, чтобы вокруг болота и никуда, и никаких телевизоров. Год-два и все, и родовой уклад восстановится. И морожка будет собирать, и ткать будет, и вязать. Вот вопрос, все в урман не загонишь? Давайте разберусь, что было. Нет, ну ты задал вопрос, значит нет. Либо на старых примерах, на своем опыте воспитывать, дети все равно подражают. Я говорю, что в Урмане не будет, не того, у кого есть опыт, это пример. Будет все то же самое, только в худшем варианте. Почему? Потому что уже будет определенный задел информационный у тех людей, которые туда приедут, и они будут соответственно дальше. Ну, нет. Более худших заторутся более. Нет, я тут не согласен. Здесь почему в городе? В городе идет постоянная информационная. То есть человеку стоит уехать вот это, с этой информационной среды, у него мозг начинает проясняться.
понимаешь? Краснецкого он уходит от этого пси-давления. Поэтому я искал Бурман хотя бы на год довести. Через год уже это будет совершенно другой человек. Совершенно по-другому себя ведет. А когда приезжает здесь, он уже какой-то... Опять восстанавливается. Да. Он зовут, кто понимает. Есть заповеди богов, есть заповеди против. Не оставляйте зло, не наказывайте. Здесь же не об этом. А зло идет информационное зло. Вот я к чему говорю. О том, что прятаться, ты говорить от зла не надо. А здесь же не об этом. Ну как, а как об этом еще? Не надо убегать. Вы опять, Николай Николаевич, призываете бороться с тенью. Я не призываю бороться. Секундочку. Бороться с тенью. Вот и идет информационная война. Надо с ними бороться. Как? Разобьете свой домашний телевизор и радиоприемник? Что, от этого вам легче будет? Если вы разобьете телевизор. Ну да, выплеск какой-то негативный вы себя. Радиоприемник тоже. Мы говорим, знание это свет, да? Вот в этом ключ решения проблемы. Нет. Ключ в знании. Нет. Знание. Нет. Другого не надо. Вам может быть. А знание вот. Смысл не в этом. Смысл не в этом. Знание, оно было, есть и будет. Оно было во времена благоденствия, это же знание. И в темные времена это же знание. Но жизнь, что во времена благоденствия и сейчас, не даже на весах. Александр Юрьевич, знание – это знание кровати. И в единстве кровати. Вот я разумею это слово «знание». А не те знания, которые дают люди, те информационные. Я же вам объясняю, вот такое ощущение, вы кроме себя никого не слушаете. Вы послушайте, что я вам скажу. Я вам говорю совершенно о другом. Информация, она воспринимается только кем? Жителями, людьми и человеком. Я же объяснил. Она ими воспринимается. Нежить, нелюдь и бесы эту информацию, они ее и так знают, она на них не влияет. Поэтому сколько бы вы бесам не давали чистые средства, они все равно будут бесы. Поэтому на Руси существовала поговорка. Можно взять две рыбы и накормить голодного. А можно дать ему удочку и научить его ловить рыбу, чтобы он постоянно сам себе ловил. А вы предлагаете систему, что вот надо всех накормить, и все сразу же насытятся и будут праведниками. А кто их трудиться заставит, если они привыкли паразитами? Я же вот вам о чем говорю. Я не это предлагаю. Мы пришли вот здесь, на знание. Вот я. Мы вот здесь, на знание. А вот здесь, на знание, надо распространить на... Секундочку, не надо. В более большом. Не надо этого делать. Тем более, я уже говорил, здесь даются не знания, а ключи. Потому что все знания положены в родовой памяти. Если ключи совпадают, значит, вы получаете просто знания. Не совпадают, значит, это не ваше знание, значит, надо искать другие ключи. Здесь только в этом системе. Я не помню, какая реклама, я говорю, что знания что-то раскрываются с помощью... Нет, ну это вот мы разбирали. Веды познаются живым языком. А вопрос не в том, что знание, вопрос другой, что информационное это поле, оно действительно существует. Вопрос, я поставил это даже не в отношении конкретно какого-то человека, да, его можно в Урмана вывести, он стряску получает, он будет другим, а может не будет, а может хуже будет. Вопрос там, в обществе в целом, то есть как из этого состояния общества перейти к тому, которое в идеале должно быть при одержанном строе, не государственном, а одержанном. Я же сказал. Но я почти на каждом уроке говорю. Это все начинается с детей. Потому что взрослых людей уже, будем говорить, из этого было не вытащить. Нет. Их оттуда не вытащить, пока они сами оттуда не выйдут.
А детей не пустить в болото, удержать, это уже другой вопрос. То есть, если детей наших внуков удержим от болота, значит, державная система будет продолжать существовать. Если бросим на произвол судьбы, болото их потянется из себя. Вот выход сейчас. Воспитание детей, внуков. Иногда даже, будем говорить, где-то применяя и силу. То есть, если, допустим, твои дети не хотят, чтобы ты воспитывал своего внука в данной системе, вот тут можно и старшинство рода. Я старший в роду, вот доживёшь до меня, вот тогда я будешь указывать. А пока ребенок, слушайте, хоть и у тебя и самого есть дети. Вот так. Раньше же как? Слово старца, слово отца, это непререкаемое слово, да? Не подвергается. Ну что дальше? До 50-х годов, а во многих деревнях до сих пор, эта система действует. Вы почему-то замкнулись на одном городе, на одном микрорайоне, на одном квартале. Но это не значит, что по всей державе, по всей стране такая система. Дальше разбираем. Наша задача вместе воспитать у детей, чтобы они отличали зло от добра. Вот. Чтобы они через свои мозги расцеливали чувство информации, которые баллом идет. Да вы что, думаете, не знают дети, что такое добро, что такое зло? К сожалению, не знают. Ну почему вы решаете за детей, что они знают, что они не знают? Ну как, если телепузики дают по телевидению, который выхолачивает вообще. А почему вы опять все обожествляете? Мои дети, мои внуки не смотрят американские мультфильмы, они смотрят русские мультфильмы, русские сказки. И уже в детских годах эти телекузики тиражируют. Ну зачем вот вы? Зачем вам? Детский сад. Сейчас у многих нету денег на детский сад, они сами дети. А знаешь, тоже опять не все. Почему? Ну что, вот все, вся страна, весь мир. Заповеди Перуна. Ну, заповеди Перуна мы разбирали. Да. Когда разбирали деды Перуна. А теперь материнские заповеди Лады Богородицы. Первое. Благословленные Сварагом первенцы рода да сочетают союзом семейным лица мудрости своей. Благословенные Сварагом первенцы рода сочетают союзом семьи и там мудрости своей. Лица мудрости. Кто? 16. Я. И 21. Сначала становление. Для мужчин. А? Нет, есть как? То есть, заметьте,
считается вообще человек становится мудрым в 41. То есть для женщины обязательно нужно выйти замуж. Вот он. И там мудрость. Сейчас сидите, просчитывайте, попадаете, ну, будет вторая. То есть жен твоя отречется от мужа твоего и рода его, недостойно быть матерью. И не изведая это на счастье, радость а в жизни твоей, а тохма лишь горечь утраты. Заповедь Перуна мы разбирали, первый мужчина в чере оставляет образы духа и крови. То есть тот, кто ей дает дар материнства, женскую долю, семя, энергию, все. Женщина. Это ее первый муж. А та, которая отрекается от него, то про нее говорят, что не изведает она счастья, радости в жизни своей, а только лишь горечь утрат. А почему? Утратила сама себя лишает. Раз себя лишает, значит уже что? Жизнь уже не полная. Здесь понятно? Вторая. Ой, это было. Третье. Ежели кое матерь отречется от чада своего в муках рожденного, то не обрящет она покоя в душе своей, ни в мире яви, ни в мире нави, и сварга причиста навечно скроется от нее. То есть рождение ребенка, это вообще-то всегда, всегда чисто психологический процесс для женщины, ну и для мужчины тоже, особенно когда он принимает. И бывает, что вот это вот психологическое состояние может повлиять на человека так, я вижу, на роженицу, что она, ой, столько выносила, намучилась, напереживала, а он вон такой гадкий утенок родился, и отрежет, кусит. Ну как сейчас многие делают. Молодые, зеленые вид. И что? И все. И потом она уже, когда осознает, что ребенка. Может, год, два, три пройти. Ребенка-то же. Она сейчас как? Сначала дом ребенка, а потом какая-нибудь семья. Его удочерила, установила. И все. И потом она уже не найдет. И вот в душе. Покоя уже не будет ни в одном из них, потому что она душу как бы свою сама терзание. Четвертое. Да вложит любая матерь душу свою, да во все деяния свои, и сотворит в доме своем покоя, ладность и радость. То есть домашний уют от кого зависит? От женщин. Поэтому какие мужчинам претензии? Ну, хозяин, добытчик. А. Покой, лад, радость. Это все женщина. Отсюда и лада. Супругу называли. Вот когда ладность создает. Пятое. Да не отречется черь Божья от долга пред родом. И не отречется от рождения чад. Долго перед родом. То есть долг перед родом вообще выходить замуж и рожать детей некоторые. А поживу для себя. Или потом выходит, говорит, а рожу одного двух. Что это за мужа? Ее взяли в род жить в другой, а она тут будет еще условия. Буду я рожать, не буду рожать. Кто ее спрашивает? То есть отказалась, знаешь, все. Путь дальнейшего развития сама себе перекрывает. Не боги закрывают,
Не какой-то там бес или черт со стороны, она сама тебе приехала. Не муж, не кто. Да. Если бы сама ты хотел больше купить. В смысле? Если бы не хотел, он бы и не сделал. Угу. Все, ого. Значит, ты уже перекрываешь все. Ну, сама подумай. Как бы зачатие произошло, если он бы не хотел? Это он может, чтобы тебя бы не нервировать, сказать. А так бы и было у нас, как у кроликов. Ночь прошла, все. Жена рожает. Ночь прошла, рожает ребенок. Сергей, надо послушать ответ. Родится ребенок, уходит на улицу, и пока захочется его увидеть, проще родить нового. А потом дети уходят в школу, и пока они там сидят, пока его дождешься, проще родить нового. Ну, нет. Знаешь, а здесь, почему? Дом выстрелил, рост породил, долги надо возвращать. Не только карточный долг шел в честь. Долг перед родом. Поэтому и... Всегда русские офицеры любили повторять, не просто любили, а всегда говорили правду, честь и мир. У него все хорошо. Дальше. Да царит в союзе семейном лежла да любовь, и да не постигнут союз семейный тот беды, лихолетия и утраты. То есть когда лад да любовь, никаких бед, никаких лихолетий, никаких утрат. Есть вопрос? Угу. Седьмая. Живите, люди, в союзе с природой, возмножая ее, а не губя ее. Что значит возмножать природу? Сады. Сады, деревья садить, там, цветы и прочее. Вот оно, возмножение природы. Заметьте, вот уже разбираем корону. Трех богов разобрали и Богородица. И у всех гармония с природой, сохранение природы. Далее. Да примет черь Божия в семейном союзе супруга нареченного своего, и любить почитать будет его, как Бога защитника рода своего. То есть жена должна воспринимать супруга своего нареченного, то есть которым она прошла обряд освящения семейного союза, она его должна любить, почитать, как Бога, защитника рода своего. Есть, секундочку. Ты не выдергивай то, что тебя выйдет. Ага, хорош муж люблю, не хорош не люблю. Здесь говорится о муже, а там говорится о ближнем. Муж же ближе, не хуже. Не путай. Ближними называли родственников и друзей, ближние. То есть те, кто живут рядом, в домах, вокруг тебя. Девятое. Да примет Сын Божий в семейном союзе супругу нареченную свою, любить будет. Почитать будет ее как богиню хранительницу домашнего очага своего, продолжительницу рода своего. Вот они, заповедь Милладова. То, что я вам говорил, мальчиков воспитывали и девочек. В какой системе? Девочки. Что мальчик это будущий муж, супруг, отец детей, бог, хранитель и защитник рода. А мальчика воспитывают, что девочка это будущая женщина, это будущая мать, супруга, Богородица и кто? Хранительница домашнего очага и продолжительница рода. И уважение были друг к другу, как к богам. Поэтому и не ругались, потому что друг к другу, как к богу относились. Да, и губы не надо. Там все правильно было. Десятое. Сохраняйте семейные союзы ваши, богами освященные, во времена радостные, во времена горестные, и да помогут вам боги светлые, и приумножатся древние роды ваши.
Здесь, по-моему, без комментариев. В шалаше, это, любой шалаше, когда извини, супруг ленивый. Мог бы и хорону построить. А теперь мужчины могут отдохнуть. Женщины заповедь специально для вас еще. Берегите чере Божие с измальцова власа русского. Честь родов твоих, заплетайте свои власы русские в косы дивные, прикрывайте их берегите. Власа, где твоя берегиня? Помогаешь? Ага, курей бачит, да? Видите, еще заповеди. То есть заповедей у разных богов, богинь множество. И почти у каждого касается кого? Волос. Волос. То есть придается особое значение. Таинственное. 12. То есть берегини, для тех, кто не знает, берегиня – это лента. Или тесьма, которая придерживает волос. 12. Пробуждайтесь вы от снов ясным солнышком, на покой проводят вас звезды ясные. Что сейчас? Кто рано встает, тому дождь Бог дает. Что значит будить? Ага. Кто-то люди приходят, он в 6 утра, в 7 уже весь двор босиком утоптан по снегу. Что, это снежные люди ходят? А это мы просто с Сергеем гуляем, да? Снежные дни. То есть, заметьте, придерживаясь данной заповеди, власть-то не балуйся, в угол поставлю. Наши предки придерживались. То есть, любой труд, они начинали чего? Вообще, пробуждались ясным солнышком. Иногда до солнца, чтобы солнце встретить. Солнце на покой и люди на покой выходили. Ну, ретрит-то не было, правильно? Поэтому детей не люблю. Правильно, правильно. Надежда так же. А вот телевизор сразу выходит. 13. Да пребудет в родах младший сын со родителями, и содержит он родителей своих в одни старости, так же, как и они содержали его в одни младости. Объясняю. А? Здесь говорится о сыне. Но дочерей ты все равно замуж выдаешь. А? Но если сына нет, были одни дочери. Были одни дочери, нет. Тогда какой зять, которого мне еще взять? Ладно, все уроды собрать вам собрать. Значит, кого? Если были одни дочери, значит, рождался второй мальчик, когда? Второй мальчик. Ну, внук я имею в виду у дочерей. Первородный, это же мощь их рода, а второго бабушка с дедушкой забирали себе и баловали его. То есть в него все вкладывали. То есть помечайте, я вам удаю как комментарий. То есть и были одни девчата. Первородных никто не забирал. Первородная это мощь рода. Пеноходы. А второго родители уже забирали. А иногда самого маленького. То есть там родилось 9 сыновей. Они и младшего забрали. И родители его балуют, и деды с бабкой балуют. То есть все лучше ему. То есть, а раз ты получился, самое лучшее. Ведь принцип же какой был? Все лучшее старикам и детям. А дети, раз ты самый младший все получил, вот и отдавать будешь. Тех обделяли, они свои хоромы поставили. Ну как обделяли. Всегда в семьях
на подсознательном уровне каждому новому ребенку надо больше внимания, как его видеть. Поэтому и говорится, и содержит он родителей своих в одни старости, так же, как и они содержали его одни младости. Не кормили его сгущенкой и бананами, все, под 40 лет не получите. Это же сказано, как они содержали, так и он содержал. Вот, даже в советском фильме, помнишь, Нахаленок? Попомни, дедуня, тары будешь, зубы выпадут, я тебе жевать не буду. 14-я заповедь. Ежели во славном роду вашем более 6 дочерей, то лучше породниться вам с могучим родом, в коем более 6 сыновей. И сие благодатное родство ваше укрепит древние и славные роды ваши. То есть здесь, что сказать, допустим, 6, там, 7, 8 дочерей, да? Ехали и искали род, у которого также холостых 6, 7, 8 парней. Устраивали они как, младших с младшим, старших с старшим, да, всех пережили. Все, и два рода объединились, породнились. Два рода. А получается, вместо двух семей, одновременно, если там было семь детей, девять. А род не только вот, что родные дети, там же род предполагает, допустим, два брата родных. Нет. Здесь говорится о том, что если вот у вас было бы 6 дочерей, не 2. Ну, у моей в одной семье, здесь может быть род Захаров, там еще и кто-то. Нет, я вообще говорю, вот у вас, как у семьи Захаровой, 6 дочерей. Значит, вам надо было найти семью, у которых 6 сыновей, чтобы... Почему семью, а не род? Эта семья может из рода быть другого, но она семья, у которой 7. Оно входит в род. Здесь говорится о родах. Но здесь 6 и более дочерей. То есть вот у одних родителей сказано 6 дочерей более. То есть они должны найти 6 сыновей. У кого 8, Оля, вот сказки будем разбирать. То есть я отправляюсь искать кого? Женихов для своих дочерей. Даже вон Вересова книга «Песни птицы Гамаил». У него 8, но не я отправлялся искать женихов для 8 своих дочерей. Сейчас бы выходил. Да. Я бы скоро. Да, я выбирайте невесту. Куда? Камочка. Пятнадцатая заповедь. Чем больше детей будет в родах ваших, тем больше любви, радости и счастья прибудет в родах ваших. Ибо дети ваши укрепляют роды ваши и приводят их к величию и процветанию. Чем больше будет детей в родах ваших, тем больше любви, счастья и радости будет в родах ваших. Ибо дети ваши укрепляют роды ваши, приводят их к величию и процветанию. То есть, здесь, по-моему, даже комментарии. Так все просто понятно. 16. Никогда не забывайте чадо расы великой, богов покровителей родов ваших и всех предков родов ваших. Ибо все боги-покровители и мудрые предки ваши есть могучие корни родов ваших, источник жизни и процветания родов ваших. Здесь тоже все понятно. Но здесь 16 заповедей.
пришел, я ему что? Не надо больше, Ricardo. Не надо. Я же миллион раз говорю. Самая лучшая помощь от властей, это чтобы не мешали. Мы сами прожили. Принцип-то забыли. До богов у закона, до Москвы далеко, будем жить так, как деды нас ставили. Заповеди в три года. Кто-то их называет заповеди в три бога. Как еще заповеди? Ну я читаю в три бога. Ну Святослав читал в три бога. Многие трактуют, что это как бы старый бог. Ну, советский переводчик. Я уже вам приводил пример. Раньше все большими буквами принималось. Три бога. Поэтому в Риме проводили праздники в честь бога. Три бога Сатурналии они назывались. У нас земля три бога официально называется планета Сатурн. Три бога опоясан широким поясом или кольцом многоцветным. Вот вам, пожалуйста, и планета Сатурн тоже в кольце. Первая заповедь его. Вы заметите, все заповеди начинаются либо родителей, то есть почитание рода, почитание рода, почитание рода. То есть привожу с самого начала. Заповеди Рампата. Вернитесь к своим корням, и вы откроете врата в божественный мир прати. То есть вернуться к корням — родовая линия. Так? Сварок. Почитайте друг друга, сын, мать и отца, муж, жену, и живите в согласии. Опять родовая. Перун. Почитайте родителей своих и содержите их в старости, ибо как вы проявите заботу о них, так же и о вас проявят заботу чада ваши. Опять родовая на первом месте. Лада. Благословленные сварогом первенцы рода засочетаются союзом семейным в летом узности своей. Опять родовое идет. И в трибах. Одухотворенный семейный союз, да освящен есть им всеми стихиями и богами небесными. То есть что? Семейный союз, который благословляется в капище, в святилище, то есть жрецами и богами, он освящен не только богами, но и стихиями, окружающим миром. То есть полная гармония рода и стихии, и природы. Здесь понятно, да? Вторая заповедь. Мужчина, не имеющий детей, не исполняет долга перед родом своим и расой великой, ибо чадо его есть продолжение рода древнего его. То есть, согласно заповеди три бога, каждый мужчина должен иметь детей, то есть должен продлевать свой род. Если нет такого, значит, он как-то закрыт. Может, это уже не мужчина. Долг перед родом только тогда и раса выполнена, когда он имеет детей. Сказано же, чадо его есть продолжение рода древнего его. Третье. Да не погаснет огонь сердец и очагов ваших, ежели жить будете по совести своей, а не по наущению чужеродному. То есть всегда должны жить по совести, а не так, что кто-то придет со стороны и начнет учить, а вот так надо жить. Ну вот смотрите, нас сейчас пытаются с экранов телевизоров, то, что больше всего у нас терзает Николая Николаевича, это научение чужеродного. Создать в России американский образ жизни, шведский социализм. И еще что-то. А зачем? У нас свое. Нам чужого не надо. То есть ясно, и здесь совесть на первом месте стоит.
Дальше. Четвертая заповедь. Да не оскверните вы тленом своим святую землю предков ваших, кое полито кровью и потом дедов ваших. То есть что у нас должно быть? Гробы погребальные костры. Не оскверните тленом. То есть разлагающейся мертвечиной плодородную землю. То есть все через огонь. Очистив. Здесь понятно, да? Далее. Пятое. Облегчайте уход близким вашим, это как продолжение. Близким вашим через кроды великие, лодии просторные, дабы могли души близких ваших с дымом кротным подняться во сваргу пречистую к предкам вашим. Привожу пример из истории государства российского. 1722 год. Старообрядцев сжигали, царский бунт. А староверов колесовали, четвертовали, на крюк вешали за ребра и садили на кол. Но не сжигали, а почему, как говорили христианские священники, дабы не могли они с дымом огненным подняться в свое бесовское вырье. Христиане, чтобы они как бы признают, значит, что у них есть свой рай, а у нас вырье, сад. Чтобы туда не могли попасть, значит, не пускать на костер. Но родственники все равно же, даже четвертованного колесованного остатки собирали и сжигали. Это началось, а 27 мая уже официально считается, что поднялись царские бунты. То есть 25 поднялись староверы против, отказались принимать присягу на верность царю узурпатору Петру Первому. А 27 их поддержали старообрядцы, потому что память-то у них прекрасная. Они же помнят, что буквально недавно, ну вот так вот брать, 1666 год, грубо говоря, полста лет назад, никоновские гонения, и куда они бежали? На Беловодье Сибирское. И староверы им дали в скитах приют. А тут, раз поднялись против сатанинской власти, как говорили христиане, то есть против безбожной власти Антихриста, и они и поддержали, потому что они жили согласно традиционному русскому укладу, ходили в русских одеяниях, носили бороды, а их заставляли что? Брить бороды, то есть быть женоликими, или, грубо говоря, гомосексуалистами выглядеть, да? И носить немецкое платье. Да что у нас, своих одеяний, что ли, нет? Мы должны чужеродные носить. Ясно здесь, да? Дальше, шестая. Почитайте память предков своих жертвоприношениями бескровными, ибо что пожертвуете вы им, то и возымеют они. То есть, каждая служба, каждый праздник, родительский день или день памяти предков, мы всегда приносим что? Жертвоприношения бескровные. Блинчики, оладушки, печенюшки, куличи, там... Печенье всевозможное, зерна, овощи, фрукты. Заметьте, на кладбище в родительские дни идем, мы оставляем на могилах. Что пожертвуем им, то и возымеют они. Они оттуда берут что? Энергетику. А мы же, когда готовим для предков, мы же вкладываем душу. То есть часть нашей души опять попадает к ним и связь с ними полная. Поэтому чуть что, наши предки приходят нам на помощь и говорят, так, просыпаешься, а у тебя внутренний. Дед приснился, ты туда не ходи. Потому что там придешь, никого не будет.
И человек не идет туда. Позвонил, а действительно, а там никого не было. То есть, а предки предупредили. А почему? А связь с предками не прервана. И наши дети, наши внуки, глядя, как мы своим ушедшим предкам приносим требования, и они же будут так же в честь нас приносить бескровные жертвоприношения. То есть и нас они же будут подпитывать. Ясно, да? Седьмая. Не губите души свои, стремясь за благами земными, ибо все блага мира яви не создадут мельчайшего блага мира праве. Ну, в христианстве есть похожая заповедь. Она гласит, не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа подтачивают и воры крадут, а собирайте себе блага на небесах, то есть духовные, где ни моль, ни ржа не сможет подточить, и никто не украдет. Если у человека есть духовность, кто ее может украсть? Или душевность, или совесть украсть. Это же невозможно. И вот те, кто душу свою меняет на блага земные, вот тут и погибает. Все блага не рояли, соберите, и они даже мельчайшего в праве не создают. Об этом заповедь и говорит. Восьмая заповедь. Неисполнение заповедей многих лишает человека помощи от богов и предков его. Ибо только тем, кто соблюдает заповеди и два великих принципа, помогают все Божьи. Но два великих принципа мы в самом начале занятий написали. Свято чтить богов и предков своих и жить по совести в гармонии с природой. То есть здесь уже понятно, когда в заповеди просто идет два великих принципа, то есть что они подразумевают. Ясно, да? То есть, если Бог что-то заповедовал для каждого конкретного случая, человек не стал это выполнять. Тут по логике. Перевожу Бог чисто как родитель. Дед вам сказал, иди полей картошку. Или полей морковь. Ну ладно, больше потом. И не сделали. А дождя не было. И что? И всю восковку накормили. После этого что? Дед остался без морковки. Он будет вам помогать, если вы не исполните. Он скажет, разумей, исправь нас. Скажи, да, я тебе помогу. Если ты мне не помогаешь, с какой стати я могу помогать тебе? Тут же по-родственному. Каждому свое. Помогаешь, помогает тебе. Ты ничего не делаешь для своего рода, для своих богов. А с какой стати они будут делать тебе? Это слабо что-то. Все нормально. Дальше. Девятое. Завершайте все споры между родами вашими. Братским миром, а битвы с ворогом победным пиром. То есть, если между родами, между белыми народами, какие-то споры, это братский мир. Побратались, помирились. А если битва с ворогом, то должна любая битва с ворогом заканчиваться победным пиром. То есть, враг должен быть побежден, а не как, будем говорить, у соседей. Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас, какую-то стать. Кто-то будет унижать, а его превозносить. Бред какой-то. Ну это ихнее право. Десятое. До создания союза семейного пусть сердце ваше всегда будет покорно родительской воле, ибо жизнь без родительского благословения хуже неволи. До создания своего семейного союза, думайте, то перевожу на советский язык. До той поры, пока человек не женился или не вышел замуж,
сердце должно быть покорно родительской воле. Ибо жизнь без родительского благословения хуже неволи. Что такое неволя, рабство, это все знают. А жизнь без благословения, она всегда тягость. То есть поэтому и требовалось, прежде чем создать семейный союз, получить от родителей благословение. Здесь ясно. Одиннадцатое. Не ходите, люди родов расы великой, супротив чистой совести своей и древних законов родов ваших, ибо на окольных путях жизни вашей нет покоя для души вашей. А здесь все очень просто. Душа когда спокойна? Вот точка рождения. Вот точка перехода в новую жизнь. Или говорят, точка смерти. Вот прямой путь. Так? А любой, идущий рядом, он какой путь? Он называется окольный, то есть около. То есть, заметь, здесь не дошел, а вот по этому пути дошел. А если образно многие говорят, а почему не дошел? Может быть и дошел. Представьте путь, а вот тут вот река течет. А вот здесь только у нас мостик с перилами. А там преграда не пущает дальше. Я уже такого образа системы. Окольные. И идти окольным путем и думать, дойду, не дойду. Поэтому и говорится. Ибо на окольных путях жизни вашей нет покоя для души вашей. Беспокойная душа. 12. Берегите, люди родов расы великой, родителей своих и старцев родов ваших. Ибо нет никого роднее и мудрее для вас, чем родители и старцы древних родов ваших. Но здесь уже ему проще некуда. Конечно, роднее наших родителей и старцев наших родов для нас роднее никого нет. И мудрость нашего рода, они же хранят. Они потом эту мудрость передают нам, а мы передаем своим детям, а дети внукам. 13. Не сотворяйте, люди родов расы великой, вольный ветер в головах своих, громовые тучи в речах своих и грозовую бурю в сердцах своих. Здесь все просто понятно, хоть и в образах. Не создавайте, не сотворяйте вольный ветер в головах, чтобы ветер в голове не гулял, чтобы мысли были четкие, размеренные, чтобы не пустая голова. А? Вольный ветер, все выдувает. Ветер вольный, то есть неуправляемый. Поэтому не говорят, громовые тучи в речах твоих. То есть на всех там кричать, ворчать, подавать громогласно. Можно сказать спокойно. И грозовую бурю в сердцах твоих. Вот говорят, сердце вскипело, там, месть и прочее. А зачем? Сердце всегда должно быть спокойненько. А вот 14-е как раз Петрович для перерыва спрашивал. Это как раз для него наиболее подходящее. Помните, люди родов расы великой, что богатство и процветание древних родов ваших изначально заключено в малых чадах ваших, коих вам надлежит воспитать в любви, благости и трудолюбии. Благость, это вот как раз благостью называли познанию, познание мудрости рода, то есть познание бед. Любовь, благость и трудолюбие. Троечка, как раз, да, подходит. 15. Ведайте, люди родов расы великой, что смысл жизни и процветания родов ваших покоится на четырех древних основах.
Кое есть вера, совесть, любовь и воля. Вот они, четыре основы. Вера, совесть, любовь, воля. Четыре основы процветания. Вера. Вера – это сияющая мудрость. Так? Помнишь, кто же разбирал? Веды. Вера. Сияние. Мудрость сияющая. Вера. Это одна из четырех основ. Без мудрости никуда. Так? Дальше совесть. Совесть – это мерило всего. Это инструмент. Поэтому без совести никуда. Любовь. Любовь – это взаимосвязь, как связующий элемент. Поэтому без любви никуда. И воля – это управляющая система, которую вы проявляете, чтобы что-то создать. А знаете что? Безвольно можете что-то создать. Поэтому без воли никуда. Вот они, четыре основы. Сейчас понятно? Дальше. 16. То есть у этих по кругу идут. Лада, Трибог, у них круговые замыслы. То есть 16. Созидайте, люди родов расы великой, по велению сердца своего, ибо сердце ваше неиссякаемый источник вдохновения и божественной силы. Поэтому и созидание идет по велению сердца. А если веления сердца нет, сколько ни говори человеку, сделай это, он не сделает. Когда говоришь, ну ты почему не сделал? Он говорит, ну сердце у меня к этому не лежит. То есть по велению сердца нет, сердце не лежит, и все, человек это не делает. Здесь тоже все понятно. А сердце – неиссякаемый источник вдохновения и божественной силы. А божественная сила – это что? Сила жизни. Если я сам говорю, сердце – это еще и частичная сила. Ага. Да, священник. Ну, езжай, как же, птички, твари неразумные, когда хотят, тогда и летят. Дальше. Заповеди Одина. У него тоже 16. Смотри, первая заповедь тоже в родовой системе вся область. Да не будет семейного союза между рожденными в едином лете, кроме рожденных в единый день и в единый час. Поясняю, не будет семейного союза между рожденными в едином лете. То есть, как бы мы сейчас сказали, в одногодке. Кроме, он говорит, рожденных в единый день и единый час. То есть, вот кто родился, допустим, одновременно. В один день, в один час. Ну, допустим, родился мальчик, ну, грубо говоря, первый Рамхат. Он родился в четвертый час первого Рамхата. Ровно через 5 лет рождается в четвертый час девочка. В том же месте. Тоже в первый Рамхат.
они рождены в один день и в один час. Секундочку. Я говорю, ты послушай внимательно, не перебивай. То есть вот это совпадает, рожденные в один день и в один час. А если они родились еще и в единое лето, то есть одновременно мальчик и девочка, то есть считается, что это как две половинки души, особенно если женщины две разом родили в одной купели, то эта девочка уже не в 16 выходит замуж, она уже выходит в 21. То есть пока ее супругу 21 не сделает. Потому что ему раньше, ну никак нельзя. То есть она священная лето родилась? 32? То в 32. В 32 и он в 32. Ну хорошо, а почему? Еще священное лето там вообще особое. Священное лето мы потом по звездному землю будем особо разбирать. Все, что касается именно священного лета. Там и нюансов много. Очень-очень сильно. Потому что там и энергия в это лето идут совершенно другие. Почему рожденным одногодкам нельзя сочетаться с семейным союзом? Одногодкам почему нельзя сочетаться с семейным союзом? Чтобы друг друга не отталкивали. Ну вот ты помнишь, мы разбирали якобы мужское женское проявление, да, по кругу лет? Плюс-минус, когда мужчина и женщина плюс-минусом притягиваются. Плюс с плюсом отталкиваются, минус с минусом тоже отталкиваются. Ну вот у меня было, приходили, говорят, а вот как же мы уже 30 лет вместе прожили, мужчина. Говорит, я он родился в июне, а жена в декабре. Мы родились вместе, и это в 38 году. А я говорю, так а у вас же разное. Ну где? Ну вот же в паспорте один год. Я говорю, ну у нас-то по-старому. А валете-то через сентябрь получается, что жена-то у вас следующего года. Я объяснил? Понятно. Второе. Самые великие бесценные драгоценности в мире. Что не пишут? Самые великие бесценные драгоценности в мире. Это меч, совесть и мудрость. Все остальное не принесет процветания рода. Вот так Один решил. Меч – это система сохранности мудрости. Помните, мы разбирали? Меч, обращенный острием вниз – это сохранение мудрости. Меч перевернутый, то есть острием клинка вверх – это защита очага, родной земли и веры. Так? Меч – как символ защиты и сохранности. Совесть – это как мерило всего. А мудрость – это знание наше, которое у нас есть, да? Вера. Вера и прочее. Здесь мудрость. Все остальное не принесет процветания роду. То есть сколько ты там бочек с салом, жиром, сколько зерна не засыпай, если вот этого нету меча, чтобы охранить, значит лишишься. Нету совести. Как с этим возвращаться? Значит, лишишься. А мудрости нет, а без мудрости, ну сгниет все твое зерно или там вот вообще и пропадет. То есть и процветания рода нет. Третье. Овладевайте всеми искусствами и древней мудростью, что хранят ваши роды изначально, а также познавайте искусство и древнюю мудрость других народов. Но не всему учите другие народы. Умный мужик. Да? То есть свое полностью овладейте. Сколько хватит сил, познавайте другое на свое чужое. Давайте. Но не всему учите другие народы. То, что такое простое, примитивное, дать можно. А так, все давать. Негоже. Четвертая заповедь. Помните, что за глоток из источника мудрости древней
не жалко и глаз свой отдать, ибо ведающие руны без очей зрячи. Ну, первоисточники там око свое. Ибо ведающие руны, то есть тайные, сокрытые образы, тот без очей зряч. У него развиваются все остальные виды зрения. То есть он же мудрость достигает и развивается. Здесь понятно, да? Пятое. Не открывайте тайну рун другим народам, ибо используют они древнюю тайную мудрость и величайшую силу природы против вас и рабов ваших. То есть здесь просто. Мудрость, которая принадлежит вашему роду, вашему народу, должна принадлежать только ему. А если подарили другому, ну сейчас вот, заметьте. Разрабатывают, потом продают на Запад. А Запад берет и это же использует против нас. Телевизор. Видеомагнитофон, компьютер. Да? От бобра бобранища. Человек он хороший, он получит же получше. Своим же салом. Своим же маслом. Дальше, опять заметьте, три богомы. Так. Облегчайте уход близким вашим через роды великие лоди просторные, да? Три бога было. И у Одина такая же. Каждый умерший должен отправляться в небесный мир на огненном корабле или через великий костер Кроды. И добро его должно возноситься на корабль или к роду. Ибо каждый должен прийти в Валхаллу с тем добром, которое было с ним на костре, и пользовался тем, что сам закопал в землю. Отсюда, будем говорить, у викинга было. Что-нибудь заработал в мешок те же золотые монеты и закопал. То есть закапывали, прикапывали. Для чего? Да, даже если погибнет, земля тоже ему отдаст энергию, то, что он заработал. Поэтому даже многие приходят, спрашивают, а вот в книгах у Алексея, у Головачева, там про викинги пишут, а зачем они закапывают? Эти горшки с золотыми серебряными монетами или мешочки. Он говорит, а им Один заповедовал там. Они этим и занимаются. Дальше. Пепел, седьмая. Пепел умершего надо бросать в воды реки или моря, или собрав в кувшин зарыть в землю. А в память о ведающих людях необходимо насыпать курган. А по всем стоящим людям надо ставить памятный камень. То есть вот конкретно. И заметьте. Один кого благословлял, патриарх Один? Сканда Ирийского. Так? Он его благословлял и на поход в Дравидию, в Индию. И что они делают? Кремация тел, потом собирают пепел, его воды Ганги отправляют. То есть как заповедовал Один. То есть как научил Сканд Ирийский, в честь которого Скандинавия. Дальше. В начале зимы надобно приносить бескровные жертвы древним богам за полученный урожай. В середине зимы за весеннее прорастание, а в середине весны за победу. То есть о чем это говорит? Опять тоже три времени года почитается. Девятое. Но это уже для мужчин. Каждый настоящий мужчина из любого древнего рода должен знать, что совесть и меч надо с детства беречь.
То есть потеряешь меч, не найдешь. Потеряешь штурм, не найдешь. Или как раньше говорили, береги честь молоду. Или пулемет. Ну нет, не меч, а пулемет сейчас, наверное. Нет, меч – это сохранение мудрости, символ, не забывай, и защита родной земли, и совесть. А если кто совесть потерял, то ты род свой предал. Не зря же говорится, а предавший один раз, предаст множество раз. Десятая заповедь. Непозволительно прощать того, кто умышленно совершает зло, ибо зло, оставшееся без наказания, умножается. А вина за приумноженное зло лежит на том, кто оставил совершившего зло ненаказанным и не привел его на правый Божий суд. То есть, о чем говорит Один. Что нет давности срока на преступление. То есть если кто принес ущерб, все равно должен ответить. Рано или поздно. Непозволительно прощать, то есть попустить в свой зуб. Одиннадцатая заповедь Одина. Будьте всегда стойкими и решительными в битвах с ворогом, и не выпускайте из рук мечей своих, оберегая древние роды свои и следуя по вечному правому пути в чертоге Валхалы. Поэтому у многих русичей, и потом уже у викингов, у них какой был один мечей? Погибать, не выпуская меча из рук. Меч с клумом, он нож, засапожный или диары с ними, то есть оружие в руках, чтобы потом перед предками, ты чего так рано, в бою защипал, вот доказательство, меч в руках. То есть как бы Одину предъявить и всем остальным, что он не курей на печке бачил, а землю родную защищал. А тут он курей на печке бачит. Ну спать. Курей бачит, то есть курей, смотри, знаете, одна курица прошла, вторая курица прошла. Ну кто-то верблюдов, баранов считает. То есть это с детских лет белорусская поговорка. Курей бачит, то есть спать. Ну куриная слепота, да? Слип, сон. Не допускайте, люди, извечный страх перед неизведанным в сердца ваши, а глупость и невежество в мысли и речи ваши. То есть, видите, мудро сказано. Не допускайте извечный страх перед неизведанным в сердца ваши, а глупость и невежество в мысли и речи вашей. Здесь, по-моему, все правильно. 13. Каждый стоящий мужчина из любого древнего рода должен знать, что развитию и всяческому умножению его древнего рода помогают только лишь четыре великие силы. Чистая совесть, древняя вера, острый меч и трудолюбие. А мы перед этим тоже четыре записали, да? Проще. Вера. Есть? Есть. Совесть есть? Есть. Любовь и воля, а здесь меч и трудолюбие.
Но меч иногда с волей сравнивают, а любовь с многолюбием. Весь труд любить. То есть, как бы схожие, да? То есть для каждого своя. А это вот то, что мы рисовали плюс-минус. Воздавайте, люди, за добро только добром, и не сотворяйте злое и непотребное там, где вас принимали с добром и открытой душой. То есть, если вы кому-то пришли, пусть вам делали добро. На добро надо платить добро. И сказано, не сотворяйте злое и непотребное там, где вас принимали с добром и открытой душой. То есть, нельзя гадить. Не в душу, не любит. Далее, 15. Не воздавайте, люди, добром за причиненное вам зло. Ибо ежели воздавать будете добром за зло, то чем воздавать вы станете за добро? У христиан как? Ударили по... Одну щеку поставь другую, да? Тебя прокляли, ты их благословляй. То есть, как бы, плати добром за зло. А Один спрашивает, если вы будете платить добром за зло, то чем будете платить за добро? Хороший Бог. Хороший Бог. 16. Ведайте, люди, что каждый потомок древних богов должен иметь родовую веру, ясный разум, пытливый ум, любящее и храброе сердце, чистую совесть, сильные руки и крепкую волю. Ну что он заповедовал? Каждому из нас имеет. Родовую веру, это первое, ясный разум. Видите, даже различие идет. Ясный разум, пытливый ум, любящее храброе сердце, чистую совесть, 5, сильные руки и крепкую волю, 7 элементов. Это для всех помощь. А женщины у нас иногда тоже. Знаешь, как совмещать? Люк-люк, это раздавалось цоканье копыт по центральной черноземной равнине. И скакал мужичонка на лошади, и встретилась на пути его девушка, просто, так сказать, огонь-баба, которая в горящую изу войдет, и коня на скаку остановит, что она и сделала, и поскакал мужик дальше, без коня и без бабы. КВН. Помню. То есть некоторые наши женщины любой вехлач, любой танк остановят в груди. И при этом 70% киллеров исполнили женщины. Бывшие биатлонистки. Если снайпера и ветки. Садисты тоже лучше женщины. Пощадные тоже женщины. Да. Ну, перебарщивают. Поэтому, чтобы сильно не перебарщивали, их и ставили борщ варить. Борщеватно. Не устали? Что, значит, перенесем на дальше? Или еще Лада Ада запишем? А там много? Нет, я просто, видите, хотел как? Лада Ада молитвы на потом, потому что это у нас с источником жизни связано. То есть, нет, понимаешь, 11. То есть, в источнике жизни, там как раз о жизни Лада Ада, как он родился и прочее. То есть, вот как мы разбирали, допустим, на ведах, рок-веды, антиведы Перуна, рассматривали заповеди. А здесь на индуизме у нас же тоже есть заповеди Перуна. Но зачем нам повторяться? Да?
Также и вот когда будем разбирать веды, источник жизни, весь первый, там, рождение Водоада, как он развивался и прочее. То есть там тоже есть его знакомые. То есть и мы бы их вместе с преданием разобрали. То есть я понятно, да? Надвижу стали. Ну давайте тогда остановимся на сегодня. Может, если прослушать.